Рецепты, находящиеся на отсроченном обслуживании свыше установленного срока с даты обращения граждан в аптечные пункты, регулярно выявляет прокуратура области. На сегодняшний день количество таких рецептов, в том числе на жизненно важные препараты, составляет свыше 9 тысяч. Сводная потребность в лекарствах на 2021 год согласована в размере 485 миллионов рублей лишь в конце февраля этого года, вследствие чего имели место факты несвоевременного поступления лекарств в аптечную сеть. Прокуратура региона держит ситуацию на контроле. У меня большая просьба к гражданам, которые предъявили в ГП фармации свой рецепт льготный, и у которых уже истек срок отсроченного обслуживания, а он обычно составляет около 10 рабочих дней, обращаться в прокуратуру. Это можно сделать и в областную прокуратуру, обратившись, и к нашему городскому районным прокурорам с заявлением о том, чтобы прокурор в их интересах представил в суде исковое заявление. Сегодня сформирована судебная практика по искам прокуроров о взыскании с Департамента здравоохранения области компенсации морального вреда в связи с несоблюдением сроков обслуживания клиентов. Ольга Киселева, Кирилл Богаченко, Новости 21.